меня будут более пельмени. Итак, Джулиана. Что у него за билка? Ромула, если его на поле боя, за 0. Ромула за 0. Ну, давайте попробуем мехмагом, только... Ой-ой-ой, почему опять не туда? Давайте попробуем опять мехмагом, только... Мага немножко переработаем, там надо бумчика добавить. У Ромула я не знаю, сколько хп. Если 4-2, то надо взять Арканбласт. Если не 4-2, то... То не надо брать Арканбласт. Механический, здесь все хорошо. Ну, давайте Горилла Бота одному уберем. Или Флеймстрайк один убрать. Давай бум возьмем. Если он 4-2, то, конечно же, Арканбласт. Арканбласт был бы, будет очень хорош. Если не 4-2, то... Ну, бесплатно 4-2 каждый ход. Ну, блин, не знаю, не Фариан был пожестче, конечно. Не, ну не Фариан, это финальный босс. Джулиана сейчас еще даст просраться. Сколько у тебя? 4-2. О, удобно. Удобно. И у нее, наверное, 30-ник хп. Ставим ледяную ли стрелу ли. Не, давай поищем единицы. А не лучше ли будет Фростмаг? Я хай его за. Мне чихать вообще, кто там лучше будет. Ой, нет, подожди. А, все правильно, 30-ник. Ну, Фростмаг здесь ничего не сделает, потому что... Хочешь драться? Тут видишь... Берегись, дитя. Если ему Ромула, нет на поле боя. Автоматически, понятно. Блин, если бы она масс Ромула призывала, это была бы, конечно, хитяра. Так, пока что так, не стесняемся. Да, Ромула жив. Жив цел орел. Зеркальные копии. Неприятственно. Урона уже получили крокозелеон. Флеймстрайк. Это нужная тема, но не сейчас. Обидка, обидка. Плюс ее херобилки с Ромула заключается в том, что... Ромула не атакует на тот ход, когда его убили, ну, когда его призвали. А это говорит о том, что можно и поубивать его пару раз, то есть не такая уж это отвратительная идея. Хочешь шапку? Так, ладно, хорошо, мы можем сейчас Ромула себе позволить убить или нет? По-моему, нет, но я могу зачистить весь стол вплоть до... Не-не-не, это чушь, Петровна, зачистка всего стола вплоть до... Так, здесь... Нам нужна нужен контрспел? Я не знаю, если он... Ну да, лучше уж с контрспел, чем запчасть с этого пирожка. Да, Ромула, конечно, наносит кровь урона. Но ничего с этим пока не можем поделать. Если те, то она призовет второй и будет неуязвима, пока ты своего Ромула не убьешь. Удобственно. Блин, отраженную сущность бы, конечно, повесить. Вот если бы повесилась отраженная сущность, было бы куда удобнее, конечно. Я здесь зафейлил, я теперь отдал заморозку. Ну, зафейлил, так зафейлил. Молодец. Мое уважение. Маскировка зато пришла. Зафейлил, так зафейлил. Сам виноват. Так, ну комбос мы нашли. Комбос нашли, можно поиграть. Комбос нашли, можно поиграть. Главный крикерочек. Здравствуй, Родоронс. Ханс снайпером из картеля. Ха, да, кстати, жесть. Арканбласты здесь. Здесь поджигатель мака вообще просто уничтожил. Так это приятно. Приди же, ласковая ночь, верни мне моего Ромула. Слушай, тут очень хитрый аспект. Если я сейчас сделаю... Подождите, слушайте, я чё понял? Если я сейчас сделаю просто пингуську и не отдам... Ну это, короче, надо на вооружение взять. Здесь очень интересный аспект. Если я... Она же Истинную Любовь автоматически призывает в начале хода. То есть, если я Ромалу дам пинг... Упс.
хочешь автограф? Собака энергичная. Так. Хочешь автограф? Хорошо. Так, о, слушайте, инстанция пришла. Нифига себе, дорогие друзья, нифига себе. Так, честно говоря, как-то мне кажется, что... Пока я красиво разменяться здесь не могу. Что будет? Вера. Вот еще один. Тебе нужна моя помощь. Просто разменяемся баблами и все тут. Хочешь донатик? Хо-хо-хо, как это там Зефир спишет? Пишу. Всем большое за поддержку. Берете 3 карты, 6 брони. Хорошо, 3 карты ты не берешь. Так, 5-7. Фаербол пинг у меня есть? Есть. Хорошо, фаербол пинг делаем. Нет, не делаем. Мы делаем фаербол снегачух. Фаербол снегачух. Фаербол. Да, размен. Да. Здравствуй, опехом. Любовь моя, умру за тебя. 4-5. Пусть боль говорит, говорит за меня. 7 плюс. Ну понятно. О, Антон с инвизом, как обычно. Здорово, как оно? Только сегодня приехал с лагеря. Ты не делал стрим по Лос Викингам еще? Нет, еще не делал. После Москвы сделаем. Так, хорошо. Существа противника становятся 1-1, все существа стоят одуману. Поехали моим же паладином. Че тут? Просто я не очень понимаю, как его можно апгрейдить. Беги, малышка, беги. Владыка Смертик не нужен особо, хотя пущай будет. Доктор Бум старт, со старта в руки прямо обосрамс. У тебя, наверное, плюс 15. Какие большие зубы! Алекс Траза. Обожаю, когда зрители участвуют в спектакле. Беги, милый гость, беги! А его штуки тоже стоят один. Понятно. Я понял тебя. Думаю, что не хочу темповать. Думаю, хочу пока так. Посмотрим. Страшный куб 4-2. Ух ты ж, боль. Ой. Четырнадцать, балямба. Так, себя сюда пока ничего не делаем. Меня совершенно устраивает. И Келтузад, в принципе, не беда. А эту штуку оставим на хуй по себе.
Да. Ой, боль. Ой, лол, восьмера. Очень удобно. То есть у меня реально воскресится восьмера. И так будет с каждым. Мы рискнем еще на один ход. Еще на один ход рискнем. Не-не-не-не-не-не-не. В жопу твой риск. Оно того пока не стоит. Оно того не стоит. Оно того не стоит. Хотя, может быть, стоит. Кто его знает. Может быть, и стоит. Тоже один. Жабка, ты моя лупоглазенькая. Сила дикой природы, ты моя несуразненькая. И Зиру надо было убить. Я понимаю, о чем ты говоришь. Так, смотрим, сколько у меня урона. 3, 5, 6, 6 плюс 8. Не хватает пока что. Не хватает. Сейчас как раз таки убьем Зиру, конечно же. А, не, подожди, стоп. Слей, мне надо очень аккуратно это сделать. Потому что если Кела убьет. Фух, слава богу, Ваник все плюнула. Я оплачу твою смерть. Пропустим одну атаку в лицо. Или пока не надо. Я принесу тебе подарок. Четыре плюс два. Если у него там есть килл-команд 6, то меня уже убивает. Мне это очень не нравится. Давайте пропустим одну атаку в лицо. Как минимум по причине того, что раз, два... 3-4. У меня сейчас тут лестница 4 юнита. Которые, ну, совсем неплохие. Ну как, отличный спектакль! Куда лучше, чем с Огром на прошлой неделе. Ну да, с экстаза я немножко поторопился. На один ход можно было помедленнее. Ой, килту забыл. 8 плюс 8, 16, 16 плюс 4, 20. Еще у меня есть Zero Weapons. А еще у меня есть Light Lord. Если против бывает страшного поставить 2-2 волка за 2, то они будут выйти друг на друга. Прикольно. Так, и злая колдунья. Так, смерч нельзя использовать, пока на поле боя находится Дороти. Скорее всего, Дороти. Дороти какая-то хитрая. Ее сейчас будут убивать легко. Каким-нибудь алхимиком или еще каким-нибудь говном. Поэтому мне что-то подсказывает, что на этого чувака мне нужен прист. С воскрешением. Какой-нибудь. Попробую. Спать и за бафом, почему нет? Жрец. Значит, меня интересуют тазики огурцов. Классический набор тазики огурцов. Хилы. Иннерфайеры. Клирики Сероземья. Пусть будет слово силы слава, повыша, божественный дух. Вмешательство нафиг, лоб. Воскрешение пущай будет. Объятие тьмы, обращение. Не знаю, там будет, наверное... Кто там был в прошлый раз? Мартышки всякие. Опасные мартышки. Или смайты возьму на всякий пожарный. Укинайчики, конечно же, как обычно, тащат. Массовое рассеивание. Вот, может быть, порождением света собрано. Слово тьмы ужас. Нельзя, Дороти умрет. Алхимичка, пущай будет.
Черный суд, жрица тьмы. Я не знаю, пусть будет одна жрица тьмы. И может быть, я не знаю, один МК. Хрен его знает, черт, черт, за черт брать. Меня особо больше ничего не парит. Троваем и дроваем, раненый рубака пущай будет. Пущай будет так. Хорошо. Полетели. Спойлерить не надо. Манипулятор для Дороти. Ну, кстати, удобная тема. Можно было сманипулировать Дороти, да. Вполне классно. Андуин и... Провокация. Ведьма. 0-10. Воскрешение на всякий пожарный... Не, не надо. Мне сразу Инар надо. У нее там, наверное, хп 60 будет. Сейчас попытаемся ее быстро убить. Бегите, мои крошки. 65. Ну да, так и оказалось. Колодец света. Она ведь меня не обидит. Ой. Тебе понравится мой новый рецепт? Становится жарко. Пока нет. Что-то пока непонятно. О. Сойдет. Иди сюда и сражайся. Ты что, Дороти будешь бить? Раз, все разумно. Бедная моя Дороти. Гребает прям за всю хурму. Дабл ХП. Инерфайр. Кошмар! Начинаем будет. Да что тебя так на латинке заклинило? За разумно. Марк Уайлд. Неприятно, как вы жопа шли. Божественная кара. Делать нечего. Кучмар! Давайте пока похилим. Не хочу добыть это новое делать. Пока рановато. Ой, да ты запарил! Подождите, а у меня виленов нет? Нет, нет. Стыдно, стыдно, люди, стыдно. О, Укинайка. Что не дает? Нет, ничего не дает, так что пока что вот так. Дабл ХП. Я, кстати, снова силы слова, а замечательно синергируюсь у Укинайской жрицы. Потом Экзекутус ждет внизу. Сказать ему, что еще слишком рано. А, это неплохо. А чё я набрал? Какие-то тазики огурцов непонятные. Чуваки, вы запарили, откровенно говоря. Мне нужны всякие флеймкэноны, короче. Всякий другой трэш. О, знаешь, мне даже пофигу то, что я буду себя дамажить. Лишь бы я быстрее урон начал наносить, а то уж совсем запарило. Бей, бей на здоровье. Да-да-да, наноси урон, чихал я. Мне нанести. Утомило. Утомило. Укинайку, главное, не сожри. Бей меня в лицо. Окей, шикарно. Спасибо тебе большое. Очень здорово. Снова. И повторится все как старый, а все как усыпано. Че я могу? Ничего я не могу. Приехали. Отлично, минус город. Подожди, стоп. Обалденная комбо. Обалденная.
очень классно. Так, кто у нас чаржем? И периодически с провокацией прям разносит вот на раз-два. Она скидывается таунтами, при этом при всем всякими разными, и пытается... Не, ну... На одной Дороти не выехать, она слишком медленно убивает, хотя... Ее стратегия очень хороша. Слушайте, я думаю, что я попробую точно так же. Просто попробую другие штуки. У меня жрец как бы хорош. Просто ему не нужны никакие непонятные быстрые исцеления. Вот это круг исцеления. Нафиг не нужен. Божественная кара точно неплоха. Внутренний огонь хорошо. Клирик Сирозимия неплох. Слово силы слава нафиг не надо. Божественное воскрешение нафиг не надо. Тазики огурцов нафиг не нужны. Раненый рубака. Раненый рубака вполне, кстати, зайдет. Раненый рубака второй. То есть нужны юниты, которые помогли бы Дороти атаковать. Дороти сделаем дабл хп, и все вот хорошо. Жрица тьмы вообще ни на кого не работает. Упражнения с этим ни на кого не работают. А у кинайская жрица, ну вот она, наверное, хороша. Слово тьмы смерть тоже ни на кого не работает, на самом деле. Да. На самом деле да. Раненый рубака, клирик Сирозимия, божественная кара, Теперь меня интересует алхимик темнолесия, ну, в принципе, наверное, более пельменя. Вот. Кто нас реально интересует? Раненые квалдиры какие-нибудь? Почему нет? Свет Нару, кстати. А, нет, он всегда спаунится с правой стороны. Взрыв разума, воскрешение замешательства, объятие тьмы, боль. Ну, одну боль можно прожать, на самом деле. А, еще там была тема с Саленсом. Можно сделать у Миншастера и Темный сектант. О, хороший чувак. И по чарше подо все. Массовое рассеивание это борода, на самом деле. Хотя, может быть, одно надо постоит добавить. Хиллерша, темное безумие, Волджин. Ну и кто теперь, вождь? Только помним, что ничего большого не надо. Все закончится очень быстро, на восьмом кристалле. Ничего большого не надо. Все закончится быстро. Подождите, а глотательница чар... Глотательница чар на нее работает? На всякий пожарный попробуем. Просто я тогда смогу... Субить свою Дороти и ваншотнуть его. Но я думаю, что она не работает просто. На боссов не работает, да. Обидка. Запретная форма всегда справа. Плёху. Цвет Нару, я думаю, кстати, что... В принципе, может зарешать. Достаточно такой взрывоопасный, на самом деле, по итогу. Один Shadow World Pain возьмем, наверное. Обращение не парит. Здесь не парит. Здесь хорошо, вроде как. Изменчивая тень меня тоже не парит. Давайте в ту же степь тогда святую защитницу возьмем. Так и быть, одного алхимика темнолесия возьмем. Я в это особо не верю, но все же. Попробуем. Должно получиться. Кстати, цохов не взял. Цохи не взял? Это, кстати, вяло.
Виолоцухи нужны здесь. И ведьма! Бегите, мои крошки! Будем быстрый внутренний огонь юзать. Ну только если... А почему нет? Почему нет? Почему не сделать быстрый внутренний огонь? Пусть разбивает потихонечку. Она ведь меня не обидит. 10 урона сразу прям. Гелплеит просто. Лирик Североземья, ты с провокацией или с чаржем? Скорее с провокацией. Воин. 5-2 рывок. Просто не сильно, не сильно сильнее, как говорится. Чарджер. Даже честное слово, даже как не хочется. Ну ладно. Моя судьба предрешена. Еще одна ночь для охоты. Хорошо. Раненый квалдир. Пусть будет с провокацией. Скоро будет пудж. Помню, что пуджа убиваем двумя божественными карами. Это ничего не даст чудовище. 10-7. А, темный сектант спокойно летит вперед. Проклятые готовы сражаться. Следующий ход летал. Он стоит пуджа и умирает. Вот тут где двух карт. Представляешь, что оригинальный мороз говорит, что внизу ждет Элидан, а они еще не готовы. Нет, решила дровнуть. А, подожди, дровнуть это здорово. Дровнуть это дофига. 13? У тебя сколько? У тебя 18. 13 плюс... Моя судьба предрешена. Пик. Изи с картами героев проходится, а ты попробуй базовыми картами. Базовыми? Да, в смысле, тут все то же самое. С базовыми картами этот приз проходит то же самое. Ты можешь на том же самом дабл хп и нервейте выносить ее. Никаких проблем. Ну, что-то, честно говоря, как-то слабоватенько, слабоватенько. То есть, как бы, вспоминая, как я сидел 4 часа вайпался на Хромагусе, я такой думаю, что спасибо Бену Броуду за счастливое детство. Он теперь не дает мне себя почувствовать говном. Итак, дорогие друзья, вот он, сучок. Раньше он мог сыграть любую роль, но с ним отобрал